сегодня у нас на тест-драйве Yamaha MT-01. Очень странное название, честно говоря, из серии Yamaha. Есть еще MT-03, ее младший братишка, но вообще концепция такого названия для Yamaha очень странна. Yamaha MT-01. В 2005 году компания Yamaha выпустила восхитительный мускулистый мотоцикл MT-01, который попал на конвейер прямо из выставочного зала. Мотоцикл имеет уникальный дизайн и невероятную детализацию. Хотя рабочие характеристики желали бы быть лучше за такие огромные деньги. Мотоцикл Yamaha MT-01 оснащен большим 1670-кубовым V-образным двухцилиндровым двигателем, который был получен от мотоцикла Road Warrior Yamaha. Мотоцикл обеспечивает хороший крутящий момент в 149 ньютон-метров, но слабой мощностью в 90 лошадиных сил. Мотоцикл парит уже на 1500 оборотах в минуту, правда, на 5000 оборотов раскручивается весь потенциал. В целом мотоцикл оживленный, но не быстрый из-за веса. Несмотря на шикарную полностью регулируемую подвеску и тормозов от R1, мотоцикл Yamaha MT-01 больше похож на мощный роудстер, чем легкий naked bike. Эксперты считают, что мотоцикл недостаточно комфортный для дальних поездок, но владельцы считают, что MT-01 просторный байк и весьма комфортен в дальних путешествиях. Мотоцикл Yamaha MT-01 задумывался как флагманская модель японской компании, поэтому жаловаться на качество сборки нет причин. Фантастическое внимание к деталям вызывает восхищение. Из-за постоянных вибраций следует иногда проводить осмотр соединений винт-гайка. Краткие технические характеристики Yamaha MT-01. Производился с 2005 по 2010 год. Предельная скорость 210 км в час. Мощность 90 лошадиных сил, крутящий момент 149 ньютон-метров. Масса 240 кг. Топливный бак 15 литров. Средний расход топлива 6,2 литра на сотню. Двигатель 1670 кубических сантиметров, двухцилиндровый, 8-клапанный. Коробка передач 5 скоростей, секвенталка классическая, рама стальная, подвеска полная регулировка. Передний тормозной диск, два диска 320 мм, задний диск 267 мм. Передняя шина 120 на 70 R17. Задняя шина 90 на 50 R17. Приблизительная цена новой модели $23,000. На бэушном рынке цены варьируются от 250 до 400 примерно денег за более-менее бэушный в нормальном состоянии. В общем, это, друзья мои, очередной наркотический угар ямаховских инженеров, японских маленьких человечков. Потому что это огромный, огромный 1,7-литровый двигатель, помещенный в раму нейкеда на подвески спорта, так скажем. Это, ребята, что-то с чем-то. Это такая штуковина, на которую вот вы садитесь, вот просто садитесь, заводите двигатель, и у вас член сразу увеличивается на 30 сантиметров. Это просто сгусток тестостерона и адреналина. Это, ну, даже не адреналина, а просто мужского всего. Это, друзья, это такая зверюга. Вот реально, такая брутальная штуковина. Я никогда, наверное, ничего брутальнее не видал. Ну, V-Max еще может с ним сравниться, но это одного поля ягоды. Здесь, друзья мои, при 1,7-литровом движке всего лишь 90 жалких лошадиных сил. Но эти 90 скакунов, ребята,
это перекачанные гормонами роста после качалки скакуны, которым еще каждому вкачали по 10 кубов героина. Это такие мускулистые, яростные, брутальные лошади, что, блин, этих 90 лошадей более чем достаточно. Больше и нахер не надо. Здесь 150 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет вполне комфортно ехать на любой передаче, на любой скорости. Разгоняется, к слову говоря, этот движок настроен на низкую тягу, как вы, наверное, догадались. То есть он полную мощность свою выдает при 1,5, то есть 1500 оборотов в минуту. У него идет полная тяга. И полный буст открывается на 5000 оборотах. То есть буквально вот 5500 до 6, это вот до отсечки просто безумная тяга. Что еще сказать вам по этому мотоциклу? Очень радует внимательное отношение японских инженеров ко всем деталькам, ко всем мелочам. Здесь вот чувствуется уникальное касание буквально вот ко всему. Вот каждая вот деталька, каждый винтик, каждый болтик прям вот так на своем месте находятся. Вот эти вот уникальные подножки. Тут такое внимание к деталям я не видел. Ну вот очень редко где вот на мотоциклах серийного производства встретишь такое внимание к деталям. Вообще изначально это был концепт байк, не планировался в серийную продажу. Он в 2005 году был выставлен, по-моему, на токийском выставочном стенде. И сразу с выставки пошел на конвейер. Настолько фурор он произвел на этой выставке. То есть, бля, ну вы посмотрите, какой он охуенный. Это просто сгусток адреналина. Сгусток тестостерона. Это просто такая дурилка. Вот даже, вот честно, на нем даже ехать не хочется быстро. Он располагает на то, чтобы ездить быстро, агрессивно и злобно. Но вот ты садишься, ты вот едешь 30 км в час, и вот этот звук, друзья, это, ну, это такая музыка для ушей. Ни один Харлей с ним не сравнится. Он звучит намного приятнее, чем Харлей. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Я сейчас на секундочку включу, дам вам послушать. Но я думаю, камера все равно не передаст. Еще вот такая небольшая особенность. Он просто безумно вибрирует. Вот едешь на своих 1500 оборотов в минуту, и такая вибрация идет по всему мотоциклу, что там вот прям даже в мануале написано, каждые там сколько-то километров проверять сочленение болт-гайка. То есть настолько он весь вибрирует, что вот такие вот детали надо как бы проверять. Ну, как будто на китайском каком-нибудь драндулете, но это на самом деле очень серьезный аппарат. Очень. Но опять же, это, я думаю, было рождено также вследствие технологической мастурбации японских обкуренных инженеров, когда какой-то безумец решил воткнуть в Naked движок от полноценного чоппера. Такие сидят, типа, о, а что еще сделать? Давайте, мы же вперед уже ставили баллон от чоппера вместо заднего. Да, что еще придумать? Ну, все остальное все делали. Давайте, ну, хуй знает, давайте вот мотор теперь от чоппера воткнем. Спортивный Naked. Это получилась такая вот елда. Знатный мотоцикл, друзья мои. Здесь тормоза R1. Подвеска полностью регулируемая. Выхлоп 2.1.2 через экзап,
компьютерное управление, настройки, все это есть. Подвеска очень мягкая. Ну, это в большинстве своем дань именно большой массе. Здесь раздельное масляное питание, то есть раздельная масляная ванна. Что еще из особенностей? Да, в принципе, здесь ничего такого выдающегося за рамки нету, кроме того, что это, ну, движок от чопера. Но сам вот этот вот брутальный, просто шикарнейший вид и звук, и эмоции, которые ты ощущаешь верхом на этом коне, ну, просто непередаваемые, друзья мои. Я бы этот мотоцикл рекомендовал не, я так не скажу. Ну, даже не знаю. Ну ладно, без юмора будем говорить. Этот мотоцикл я бы рекомендовал тем, кому нравится вид нейкеда, даже больше классического вида, но кому хочется ощущать себя как на большом, солидном, красивом чопере или крузере. То есть тут даже на тебя все смотрят не восхищенно, глазея на именно мотоцикл, а восхищенно, слушая, как он звучит. То есть вот ты подъезжаешь, все на тебя смотрят, все пялятся. Вот, когда ты на чопере едешь, на тебя пялятся, потому что чопер красивый. А когда ты на этом едешь, на тебя пялятся, потому что звук этот выходит из вот этих двух стволов. Вот. Орган управления классический. Радиальная машинка сцепления. Радиальная машинка переднего контура тормоза. Ближний, дальний, переключалка, моргалка. Моргалка что-то залипает. Ладно. Знак аварийки, поворотники, гудок, пуск двигателя, блокировка. Ну, замки это все обычно. В принципе, ничего из ряда вон выходящего здесь нет. Это просто отличный, брутальный и очень красивый, на мой взгляд, мотоцикл. Мы сейчас немножко прокатимся, попробуем замерить его до сотни, до 150, пощупаем хоть чуть-чуть его максималочку, посмотрим, какие будут от этого ощущения. Расход, кстати говоря, на эти 1,7 всего лишь буквально 6,5 литров. По крайней мере, это заявлено. Мне не очень верится в истинность этих цифр, но тем не менее, это очень оптимистически заявленный расход. То есть для своей дури, для своего объема кушает он вполне себе как маленькая лошадка. Блять, когда он заводится, ты, блять, как будто всем телом заводишься, тебя всего вот так вот передергивает. Поехал. У него ветровичка нету, поэтому мне сейчас морда будет к земле тянуть. Довольно тяжеловато держать шлем с камерой без ветровичка. Я думаю, мы справимся. Посадка довольно неудобна на далекие расстояния. То есть куда-то ехать на дальняк не вполне комфортно, потому что ты все-таки сидишь больше, чем больше как в нейкеде, нежели как в классике.
у нас скоростной старт, так что его довольно тяжеловато удержать на старте, потому что колесо сильно уходит в букс. Но я постараюсь сделать все, что у меня получится. Как обычно, я желаю вам удачи на дорогах и не попадайте в неприятные ситуации. А с вами был Болт. Пока-пока. Ну, вроде ничего, стартанули.